Здравствуйте, я Михаил Дьяконов, я являюсь вице-президентом Всемирной Федерации Фитнеса и Всемирной Федерации Бодибилдинга, чемпионом мира по фитнесу, автором многих книг и методических пособий, опять же таки по фитнесу. С 2012 года совместно со Светланой Пугачевой мы основали новую программу World Champions, чемпион мира. И сейчас я хотел бы пригласить вас на онлайн фитнес-конференцию «Фитнес-сезон. Зима 2013-2014». На конференции я расскажу вам о спортивном питании. В частности, о том, действительно ли это является только средством заработка для его продавцов в спортивных магазинах. Или, может быть, это необходимо только тем тренерам, кто хочет повысить лояльность своих клиентов. Или же это исключительно для заработка фитнес-бара. Обо всем этом вы узнаете, если придете 9 ноября 2013 года на онлайн-фитнес-конференцию «Фитнес-сезон. Зима 2013-2014». Приходите, я жду вас.